Друзья, всем привет! Мы снова на моем участке. И сейчас мы делаем освещение. Вот Женька уже повесил вот такой фонарь светодиодный. 120 ватт. И датчик фотореле, который, ну, когда солнце садится, он будет включаться автоматически. Уже вся банда в сборе. Боренька. Детишки. С одной стороны, мы уже вешали фонарь 50 ватт. Он здесь очень хорошо освещает этот перекресток. Здесь вот у меня пожарный водоем. Тут я ловлю рыбу. Вот. И вечером я вам покажу, как это будет освещать весь участок. Фонарь стоил 2200 на Валберес. И датчик фотореле стоил 300 рублей. Что-то около того. Я ссылки, наверное, прикреплю. Потребляет мало электричества. Плюс я еще выведу дополнительный автомат, чтобы можно было отключить. Потому что здесь у меня когда-то появится навес. И будет полотно натянуто. Мы смотрим кино. То есть вот, смотрите, фонарь. Он освещать будет вот здесь территорию. А вот здесь будет навес. То есть, грубо говоря, отсюда мы сидим с террасы, смотрим кино, домашний кинотеатр вечером. Допустим, бассейн тоже с подогревом я хочу сделать. То есть можно прямо из бассейна будет смотреть кинотеатр. Также мы вешаем сегодня гирлянду по периметру дома. Очень красиво будет. И столевары мы не плотники, и-на-на-най-на-най-на-най. А мы монтажники, высотники, да. И та 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 ра та ра та. Да, малышня? Это наша Вероника. А это Даня. А это Вилька. Просили ребята, вы еще обзор дома. Я сниму обязательно, там просто приборочку сделаем красиво, чтобы все стекла поменяли. Этот дом я собрал за 15 дней, и потом уже внутрянка была, поменялись окна. Ну, короче, в общей сложности, наверное, где-то месяц ушел. Боря здесь молодец, сделал вот эту террасу шикарную. Вот он, герой. Обращайтесь. Вот эта терраса пойдет у нас дальше, то есть продлим террасу. Здесь вот вход будет в тренажерный зал. Мастерская у нас там будет еще художественная. Здесь пойдет у нас, получается, предбанник, зона отдыха и парилка уже. Хочу с панорамными окнами, с закаленного стекла, чтобы можно было тоже смотреть на весь участок. Что такой технологичный дом будет. Этот дом, кстати говоря, это бывший терраса ресторана. Получилось так, что мне нужно было ее забирать быстро. И буквально за несколько дней мы его разобрали и как конструктор Лего уже собирали на участке. Получился он 60 квадратных метров, 15 на 4,5, там плюс перегородки. То есть получилось две комнаты, кухня-гостиная и туалет. У нас тоже модернизированный мангал. Так, ребят, смотрите, гирляндочка у нас висит. Вот ребятки там кушают, сидят. Красиво, да, вообще нереально. Так у нас лед на цветах застыл. И вот фонарь наш. В общем, я доволен. Освещает как днем. Вот эту елочку нарядим потом. Видите, да? Вся территория освещена. Очень круто получилось. Также я сделаю здесь умную розетку, вот, когда буду приезжать, включать подсветку, чтобы электричество не жрало, хотя говорят, что оно вообще минимально ест. Но все равно прикольно, включил, когда тебе надо. Поэтому, если вам понравился этот ролик, ставьте пальцы вверх. И до новых встреч, друзья. Впереди нас ждут очень интересные события.